Маленькие одесситы теперь могут провести время на новой детской площадке в парке Шевченко. Социальный проект «Уличное пространство для детей» реализован на пожертвования одесситов. В парке Шевченко возле Зеленого театра появилась новая детская площадка, построенная на средства одесситов. Идея принадлежит многодетной маме, которая стала инициатором и автором социального проекта «Уличное пространство для детей», цель которого – всестороннее развитие детей и подростков в городской среде. Городок выполнен исключительно из экологических материалов, а на территории присутствует место для раздельного сбора отходов. Площадка оснащена всем необходимым – правилами поведения в игровой зоне, информацией о важности сохранения окружающей среды, полной подсветкой, безопасными конструкциями и даже видеонаблюдением. Повсюду слышен звонкий детский смех. Дети очень рады множеству совершенно нестандартных для нашей страны качелям и горкам. Тут можно прокатиться на тросе, поиграть в песочнице и необычных домиках. Интересно тут будет не только детям, ведь на площадке присутствует музыкальный инструмент и широкая горка, с которой можно скатиться всей семьей. Мы рады тому, что дети радуются. Они, вот моя малая встает утром и сразу говорит, хочу на детскую площадку на первую. Интересно она тем, что она неординарная, как бы. Понимаете? Не такая, как везде. Вот. Мы в этом парке с рождения. Вот. И вчера только с мужем гуляли и говорили, блин, почему когда мы были маленькие, здесь этого не было. Больше мне нравится в ней то, что она вот физически развивает. Ну, то есть видно, что это не просто вот развлекательная площадка, типа скатились с горочки, да, там покружились на карусельке. Это реально развитие физическое детей, потому что они здесь и цепкость, и лазят они и там балансируют. Ну, то есть вот это вот максимально круто. Я думаю, дети сами говорят за себя, это сколько детей. Я думаю, что побольше бы лучше таких проектов, и им было бы где играть и заниматься. Было бы место побольше для детей. Как минимум, городская власть должна принимать в этом участие. Хотя бы. На площадке есть таблички с QR-кодами, просканировав которые, вы можете пожертвовать средства на дальнейшее развитие подобных проектов, а также обратная связь. На реализацию проекта в целом ушло более 500 тысяч гривен. А факт того, что ни один политик не принял участие в данном проекте, еще раз доказывает нам, что дела одесситов в руках самих одесситов.